Сударь и сударыни, здравствуйте. Мандельштам, Осип Эмильевич. Темных уз земного заточения я ничем преодолеть не мог. И тяжелым панцирем презренья я окован с головы до ног. Иногда со мной бывает нежен, и меня преследует двойник. Как и я, он также неизбежен, и ко мне внимательно приник. И глухую затаив развязку, сам себя я вызвал на турнир. С самого себя срываю маску и презрительный лелею мир. И я своей печали недостоин, и моя последняя мечта, роковой и краткий гул пробоин моего узорного щита. Спасибо.